Сегодня на заключительной пресс-конференции СМДА главы МИД Казахстана и Турции Ержан Казыханов и Ахмет Давутоглы отметили, что как полноценная организация совещание должно переходить на следующий этап своего развития. Население стран-участниц СМДА составляет более половины всего человечества, поэтому состояние дел в Азии оказывает существенное влияние на обстановку в мире. Сегодня у совещания есть все необходимые атрибуты международной организации, поэтому Казахстан выступает за дальнейшую трансформацию этого форума в полноценную международную организацию сотрудничества, взаимопонимания на азиатском континенте. Мы намерены далее укреплять потенциал СОМДА или же ОВМДА, как мы надеемся будет называться эта организация, и что мы уверены, что наши государства-члены разделяют такие подходы. Это большая возможность для всех государств собраться вместе и обсудить все актуальные вопросы. Сегодня мы говорили о многом и по окончании всех встреч пришли к решению выпустить дополнительное коммюнике.